Всем привет! Мы продолжаем снимать, я продолжаю снимать для вас большие площади. Сегодня будет опять большая квартира, вот в таком вот новом доме. Дом практически сдан, вот доводят последние штрихи, как говорится. Здесь вот большой бассейн у вас, вот этот второй блок этого дома, там спортплощадка, бассейн, вот эта отдельная инфраструктура, ну все есть. Здесь бассейн зимний есть, сауны, хамамы. Ну, в общем, все, к чему вы уже привыкли, если вы смотрите мои видео. Заходим в сам холл дома. Вот такая здесь красота. Бархатный диван рубинового цвета. И давайте поднимемся с вами на второй этаж. Итак, друзья, давайте начнем обзор нашей квартиры. Смотрите, сразу вам хочу пояснить. Вот эта квартира, это шоу-рум. Квартира, которая продается, находится под этой квартирой и абсолютно аналогично этой квартире. Почему мы находимся именно в шоу-руме? Потому что хочу вам показать, как будет выглядеть квартира уже с мебелью и техникой. Позже мы все-таки спустимся в эту квартиру, я вам покажу, как она выглядит без этого всего. Давайте покажу шоу-рум вам. Смотрите, здесь сбоку шкаф встает хорошего размера, такой хорошей глубины. До моря здесь опять же 450 метров. Мы находимся на улице Ататюрк. Можете по карте посмотреть. Кухня. Кухня отдельно, что я считаю плюсом в Алании. Кухни в основном совмещены. И вот отдельная кухня, это как бы редкость считается. Вот в новых домах уже часто начали делать отдельные кухни. Я не знаю, мне больше нравится, когда кухня отдельная, что здесь никакие запахи, здесь все запахи здесь, ты находишься в гостиной, и тебя как бы не волнует, что происходит вообще здесь. Сюда пришел, покушал. Такой вот вид. Балкон. Ну как балкон, целая терраса. Вот она, улица Ататюрк. Вот это тоже новый домик. Там, скорее всего, вот здесь у нас находится Мигрос. Там находится фитнес. Вот это тоже новенький дом у нас. Давайте вернемся в квартиру. Здесь, видите, коридор. Гостиная. Посмотрите, здесь красота какая. Интересно, кстати, будет ли снизу вот такой же потолок. Выход на вот этот большой балкон. Балкон-террасу. И вот с этой стороны, друзья, с этого угла. Да, мебель они, конечно, подобрали классно. Вот эти так вообще очень стильные такие шкафчики, тумбочки, люстра тоже огонь. Зачем-то кондиционер включили на плюс 30 градусов, и так жарище. Так, комната номер раз. Выглядит вот так. Здесь справа у нас санузел номер один. Видите, какой стиляга. Ну-ка. Здесь, да, хорошего размера душевая кабина. Здесь комната номер два, в данном случае детская. Так, здесь выхода на балкон нет. Что я считаю? Для детской это хорошо. Интересная, да, такая люстра. Так, и санузел номер два.
санузел номер два, относящийся исключительно к вашей спальне. Давайте зайдем в него, посмотрим. Так, и здесь душевая кабина. В принципе, такой же, как тот, даже чуть поменьше. Там, по-моему, до конца вот была душевая кабина. И такая вот у нас красота в спальне. Обратите ваше внимание, хочу, что на полу ламинат. Здесь вот можно, не знаю, может побольше шкафчик такой поставить. Ну, не знаю. И вот такая вот у нас комната получается. Пытаюсь снимать плавно, друзья. Вот такая вот красота, друзья. Давайте спустимся сейчас в квартиру, которая находится ниже этажом. По площади 165 квадратных метров. Цена, забегая вперед, 105 тысяч евро. Вчера я в Инстаграм снял вообще неправильную цену вам, за что приношу извинения. Сказал цену за квартиру 2 плюс 1. Люди обрадовались. Итак, мы спустились на этаж ниже. И вот она, наша квартира. Один в один, как та, только без мебели, техники и без обоев. Видите, как совершенно по-другому выглядит квартира. Поэтому все, что я вам показываю, после того, как вы купите мебель туда и технику, и, может быть, где-то приклеите обои, будет выглядеть еще в два раза лучше. Кухонный гарнитур. Здесь также за дверью есть шкаф для вещей. Соответственно, домофон. Вот он, коридорчик, где здесь стоял столик такой красивый. Немного, да, здесь добавить картины, повешать зеркала, вот эти всякие мелочи, которые создают уют, знаете. Ламинат тоже на полу, потолок такой же. Хорошая большая гостиная с выходом на террасу. Вот он вид. Ну, примерно такой же. Пониже, конечно, чуть-чуть. Здесь вот, видите, перекладывают плитку у нас. Сейчас не обращайте внимания, что квартира немножечко в таком виде, да, непрезентабельном. Здесь, когда они вам будут ее сдавать, все-таки наведут полный порядок, клининг сделают, и квартира у вас будет сверкать. Обратите внимание, да, какие хорошие двери стоят. И вот она, все то же самое. Комната номер раз, санузел такой же. Только грязный. Комната номер два и комната номер три со своим санузлом. Все то же самое. Такая здесь приятная территория. Пальмы у вас, лавочки, цветочки. Большой бассейн. Вот такой вот сам дом, красавчик. Так, ну что здесь? Здесь какая-то, оба, отдельная у вас кухня. Видимо, общая. И вот здесь сейчас зайдем, покажу вам, что тут есть. Здесь у нас зона отдыха. Видите? Слева детская небольшая, справа тренажерка, теннисный стол. Здесь такая небольшая зона отдыха. Слева у нас сауны, сауны-хамамы, как обычно. Вот такая вот здесь буква О. Так, хамам. Света нет, к сожалению. И напротив сауна. Дом, я повторюсь, еще доделывается, последние штрихи, поэтому через некоторое время будет еще лучше все, видите, еще в пакетах. Там пакет, там пакет. Так, здесь у нас душевые, и вот здесь, смотрите, какой красивый
зимний бассейн. Вот такая здесь красота. Видите, здесь еще тоже не доделано. Но все это доделывается. За это вообще можете не переживать. Так, хотела я вам тренажерку показать. Там человек занимается. Сейчас мы у него спросим. Тренажерка. Тренажерка прям нормальная. Смотрю, есть система вентиляции. Есть жимы. Есть гантели. Все есть. Ну и здесь опять же все это доделывается. Но в принципе тренажерка лучше. Лучше, чем у нас. 100%. Здесь вид на бассейн. Ну классно же вечером, да? Ну так, позаниматься, покупаться. Я думаю, вообще кайф. Смотрите, друзья, что я нашел тут для вас в Махмутларе. Гастромаркет с российскими товарами. Та-дам! Видите, Махмутлар настолько обрусевший, что здесь есть пельмени, вареники. А что тут еще? Я смотрю, вон блинчики есть. Чебуреки даже есть. Есть, смотрите, помидоры. Кабачковая икра. И самое главное, здесь есть всякие сосисочки, колбасы. Хозяин вот говорит, что будет скоро и свинина даже. Карантин пройдет, говорит, получим лицензию и будет здесь свинина. Можно будет шашлык, да, делать? Конечно. Красота. Здесь есть еще икра, всякая разная рыба. Там гречка ваша любимая, пшено, да? Хозяин, вот, кстати, сам русскоговорящий, поэтому без проблем вас проконсультирует. И еще на втором этаже знаете, что скоро будет? Будут грузинские, молдавские вина. Здесь поставят несколько столиков, стульчиков. И, короче, можно здесь заседать будет. Тут, короче, конкретно русский будет магазин у вас. Вот. А напротив, кстати, вот он, наш домик. Мы отъехали буквально от него 100 метров. Здесь 101 маркет. Здесь еще один фитнес. И вот он, гастромаркет. Вот такую вот мы рекламу сделали бесплатно. Ну вот, знаете, что есть и такое у нас. Ну что, друзья, на этом все. Предложение хорошее, как в принципе все предложения, которые я для вас снимаю на этом канале. Не забывайте, друзья, поставить лайк, кого интересует недвижимость Алании. Обязательно подписывайтесь на канал, кого заинтересовало данное предложение, звоните. Для этого места, для комплекса подобного класса, цена хорошая, цена отличная, я бы сказал. Конечно же, возможен торг, но это уже ближе к делу. Для вас, для своих подписчиков я, конечно же, сделаю скидочку. Это вообще не вопрос. Все, друзья, всем пока. Дай бог, увидимся в Алании.